Праздник зимних видов спорта, здоровья и радости. Всемирный день снега отметили на лыжной базе. Несмотря на непростые погодные условия, желающих активно провести выходные и оценить обновленную инфраструктуру базы хватало. День снега проводится в Сарове с 2012 года. По замыслу Международной федерации лыжного спорта, по всему миру в этот день должны проходить снежные фестивали. Обычно проблем со снегом не возникает, но сегодняшняя зима практически не оставила шансов. Снежные фигуры лепили из того, что было. Конечно, в нашей ситуации, в сложившейся ситуации, в день снега без снега, но нашей дружной команде кораблик все ни по чем. По колецам походили, набрали снега, слепили замечательную фигуру. Мишка. Каждый год у праздника своя ключевая тема. Снежные фигуры лепят в соответствии с ней. Но так или иначе, тема связана со спортом и здоровым образом жизни. В этот раз фигуру лепили под девизом «Спорт – норма жизни». Мы слепили фигуру Мишку, футболиста. Тема была выбрана не случайно. Почему? Потому что наш детский сад является сетевым детским садом школы «Росатома». И наши дети уже в третий раз будут принимать участие в чемпионате по футболу 5+. Программа праздника получилась динамичная и насыщенная. Зрители могли наблюдать за лыжными гонками, принять участие в семейных спортивных соревнованиях всей семьей за здоровьем, выполнить творческие задания на интерактивных площадках и посмотреть выступления городских творческих коллективов. Реконструкция лыжной базы – событие, которое горожане ждали несколько месяцев. Торжественно открыла ее призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Анастасия Седова. Хочу сказать большое спасибо, конечно же, тем людям, которые все это для нас сделали, усовершенствовали лыжную базу, построили новый роллерный круг. Он подойдет как младшим группам, детишкам, которые только-только начинают свой, так скажем, лыжный путь, и так и для взрослых профессионалов. И очень радует тот факт, что очень немногие города могут похвастаться в городе именно наличием лыжероллерной трассы. Лыжная база обрела новый вид, стала более удобной для посетителей. Это важное событие для города, ведь теперь каждый может заняться спортом. На товарной базе состоялась презентация зимнего скейт-парка. В начале декабря любители экстремальных видов спорта обратились в администрацию города с просьбой выделить помещение, чтобы ребята могли заниматься любимым делом и зимой. Решение нашлось быстро. Глава администрации предложил развивать это направление на городском уровне и привлекать в эту деятельность как можно больше молодежи. Поскольку это ребята, подростки, дети, это ценность, да, общегородская. Наша задача использовать городские территории, городские возможности, чтобы ребята могли себя реализовать в позитивных видах, в любых видах. Там, спорт, культура, искусство. Ну, главное, чтобы находили себя и совершенствовались. Андрей Денисенко с таким предложением согласился, и теперь он не только возглавляет клуб, но и руководит новые секции Центра внешкольной работы. В новом помещении площадью около 200 квадратных метров занимаются 40 подростков. Скейт-парк ребята назвали «холодильник», так как раньше там стояло холодильное оборудование. Все фигуры для выполнения трюков ребята сделали своими руками. Пока их немного. В дальнейшем мы планируем еще улучшаться, делать что-то новое здесь, потому что, ну, это еще не все. Надо еще многое продумать, сделать. Еще сейчас ребята покатаются, скажут, чего не хватает. Мы учтем все эти мнения и сделаем еще фигуры. После небольшой пресс-конференции ребята показали мастерство владения велосипедами и самокатами. Работу им в этот день усложнили видеооператоры и фотографы городских СМИ. Пытаясь сделать красивые кадры трюков, они подходили слишком близко к фигурам. Тем, кто хочет научиться делать трюки на велосипедах, самокатах и роликах, нужно обратиться к руководителю клуба Андрею Денисенко. Минимальные требования – это средства защиты, шлем, наколенники, налокотники и транспорт, на котором планируете освоить экстремальный спорт. Самый энергозатратный и азартный вид спорта, который развивает выносливость, координацию и даже зрение. Именно так отзывается Ольга Игнатова об бадминтоне. Этим видом спорта женщина увлеклась 6 лет назад и с тех пор все свое свободное время посвящает тренировкам. Даже обеденный перерыв проводит не дома, а за игрой в клубе «Прогресс». Как говорят, бывших бадминтонистов не бывает. Те люди, которые в это все влились,
влились душой, влились с каким-то азартом, с пониманием. Это, ну, я вот себе уже не представляю, как я могу прийти домой и лечь на диван просто так. Вот, честное слово, не представляю. Я тренируюсь практически каждый день, иногда два раза в день. Ну, это настолько затягивает, это настолько вдохновляет на будущие победы. Бадминтон рекламировал в свое время Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич. Это их вид спорта. И действительно, люди, которые занимаются бадминтоном, у них очень быстрая реакция. Они быстро способны принять решения. Они выносливые. Ну, в общем, я не вижу практически ни одного минуса в этом виде спорта. Именно с этого вида спорта и открывается спартакиада «РФЦНИФ» 2020 года. В спортивном комплексе «Авангард» собрались 10 коллективов физической культуры ядерного центра, чтобы вступить в борьбу за заветный кубок. Игры по бадминтону проходят как в одиночном, так и парном разрядах. Одиночные игры, там своя техника, свои какие-то приемы игры. Парная техника, опять же, она может быть смешанной, может быть пара, допустим, одна пара, либо мужская, либо женская. Там совсем другая техника. Можно уметь хорошо играть в паре, но плохо играть одиночную игру. Либо наоборот. Я в основном играю в смешанные пары. То есть пары, где играет мужчина и женщина. Там много что ложится на плечи девушки, когда она должна хорошо играть и доигрывать валан. Но также и на партнера есть такие большие, так сказать, полномочия у него сыграть правильно и вытащить валан таким образом, чтобы девушка могла его добить и получить, заработать очко. Это очень такая тактически правильная игра, на мой взгляд. Соревнования по этому виду спорта в рамках спартакиады РФЦНИФ проходят уже в шестой раз. Большинство участников – действующие игроки секции бадминтона ядерного центра и городской федерации. Но есть и те, кто впервые взял ракетку в руки. Играют, да, не только те, кто занимается. То есть у некоторых коллективов, к сожалению, вообще нету людей, которые занимаются бадминтоном. Ну, вот, например, тот же политех, который у нас КФК-звезда, они к нам вообще не ходят. Но все равно борются, кстати, борются. И они не последние, на самом деле. Есть, которые занимаются, есть, которые очень хорошо занимаются. Они, в принципе, у нас не только в спартакиаде участвуют. В том числе мы участвуем в отраслевых соревнованиях, то есть в рамках «Росатома». Ну, добиваемся достаточно хороших результатов. В принципе, бадминтон Саровский, он уже очень хорошо на слуху у остальных других предприятий, потому что нас уже знают. Анна Архипова – участница команды «Политех КФК «Звезда» и преподаватель физкультуры в политехническом техникуме имени Бориса Глебовича Музрукова. Вот уже на протяжении нескольких лет она принимает участие в спартакиаде ядерного центра и привлекает к этому своих учеников, будущих сотрудников градообразующего предприятия. Анна признается, что в этом году соревнования для них пройдут немного сложнее. Но от этого будет только интереснее. Те ребята, которые играли прошлый и позапрошлый год, они уже выпустились. И поэтому пришлось брать новичков. И можно сказать, что обучались они уже прямо здесь. И правилам игры, и как ракетку держать. В общем, мы здесь осваивали азы. По словам Анны, их команда традиционно всегда находится в середине турнирной таблицы. Но это только подстегивает их стремление к победе. Мотивирует и то, что профессионалы своего дела относятся к новичкам с большим уважением. Здесь такая вот бешеная динамика, реакция, такая скорость. Потому что если попадешь с командой, ну, такого же примерно уровня, как мы, еще шансы какие-то есть побороться, какой-то азарт есть. А есть команды профессионалов, которые могут нас вот просто за 5 минут быстренько выиграть. Ну, главное, что не травмировать, да, потому что там скорость полета валанчика невероятная. Но они нас жалеют, конечно же, потихонечку так играют, чтобы мы тоже почувствовали себя бадминтонистами. Самое сложное – выдержать скорость игры, всю партию. Потому что сначала вроде бы начинаешь, потом силы-то кончаются, движения непривычные, очень быстрые перемещения в разные стороны. Плюс еще у тебя ракетка в руках, еще валанчик летит с непонятной стороны вообще, как ее отбивать, там справа, слева, снизу, сверху. Вот это сложно. Сложная координационная игра, но безумно интересная. Финальные игры по бадминтону проходили несколько часов. Атмосфера в зале была по-настоящему напряженной. Как итог, третье место заняли спортсмены коллектива «Буревестник». Серебро у КФК «Грант». Победители – бадминтонисты «Союза».